Оранжевый цвет повышает аппетит, что хорошо для тех, кто не привык завтракать. Сегодня у нас на завтрак оранжевые сырники. Возьмем 250 граммов творога, 2 столовые ложки сахара, ванильный сахар, немного муки для обваливания сырников, одно яйцо и одну морковь. Для начала чистим нашу морковку, срезая тоненький верхний слой, чтобы сохранить побольше витаминов и оранжевого цвета. Далее натираем ее на мелкой терке, как для драников. Важно не потерять ни капельки сока. Свежая морковь отличается низкой калорийностью и считается незаменимым продуктом для снижения веса. Калорийность 100 граммов корнеплода составляет 35-40 килокалорий. Разминаем хорошенько творог. Теперь можем добавить все остальные ингредиенты. Яйцо, пару ложечек сахара, ванильный сахар и, конечно же, морковь. Осталось все это хорошенько перемешать. Берем ложечку теста, кладем в муку, обваливаем со всех сторон и формируем сырник. Сковорода уже разогрета. Наливаем масло, выкладываем сырники на сковороду и обжариваем на среднем огне сначала с одной стороны, потом с другой. Готово. Разрезаем сырник, а там внутри хорошее оранжевое. Живое настроение, большая польза и много вкуса. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака.